И добро пожаловать, ребятки, у нас сегодня будет очень интересная игрушечка под названием Dead Zed. Короче, игра про зомби, и, короче, эту игрушечку я нашел в Play Market. В принципе, давайте сыгранем, посмотрим вообще, что она из себя представляет. Погнали. Так, эпидемия. В новостях по всем каналам. Мертвецы оживают и выходят на охоту. Чудовища, движимые голодом. Они уже здесь, они идут. Запускаем. Красивый арт. Просто суперски вообще. Там и зомби в окне, и тут. Так, окей. Обучение. Чтобы целиться, коснитесь и водите пальцем в выделенной зоне экрана. Окей. Хорошо. Это чё? Обучение. Нажмите на круглую кнопку патрона, чтобы выстрелить. Бум. Клёво. Задание выполнено. Получили 23 монетки. ХП 11. Окей. О, еще красивый арт. Вот это клёво. Вот это клёво, ребятки. Продвижение. Следующий район. О, клёво. Клёво. Мы продвигаемся в следующий район. Клёво. Так, этот экран вашего задания. На картинке показано передвижение. Хорошо. Великолепно. Так, окей, погнали на следующий уровень. Это значит пригород, либо, погоди. А тут много уровней вообще? Так, погоди. Так, он не показывает. Жалко, он не показывает. Он сколько там? Ну, короче, нам надо топать. Вот так, я так понимаю. Так, окей, значит что? Где вы? Зомбари? Так, давай-ка вот сразу будем вот так целиться. Сейчас, погоди. Блин. Так, попал. Давай еще. Бум. Давай еще. Бум. Да блин. Сейчас, погоди, вот это давай. Блин, вообще не попадаю. Давай вот так. Блин, перезарядочка. Окей, ебой. Все, давай. Крит. А в смысле крит? Это как понять? Таких мы еще словечек не видели. Я только знаю. Ну, фаталити там, может... как его? Так, его. Ну, может, там хедшот, ну, блин, монстр килл. Так, попадание в голову шикарно. Давай вот это сразу сейчас. Бум! Попадание в голову. Круто. С прицела реально клево стрелять. Так, погнали дальше. Так, мы продвигаемся потихонечку. Вот такие делишки у нас. Какие-то ящики нам там дадут, значит, с припасами. Так, улучшить оружие, значок на кнопке арсенала указывает, что доступно улучшение оружия, нажмите окей, хорошо. Так, значит, пистолет, я, блин, думал, что это Глок, а это какой-то, ой, даже не помню, вроде не Глок никакой. Это он Глок 17 какой-то там будет. Так, значит, что, меткость, что будем, продолжить, давай, погоди, улучшить. Окей, нажмите, чтобы выбрать, окей, хорошо, урон. Скорость перезарядки. Давай-ка урон, наверное. Все-таки это более убьет зомби. Сколько у нас монеток? А, ну понятно, ни на что не хватает больше. Окей. Мы пополнили урон. Значит, все. Будем выжидать сейчас зомби. Я думаю, сейчас будет все круто. Так, окей. Тихо, давай сразу прицеливаться вот так. Кстати, смотри, у нашего главного героя какие-то перевязки на руках, часы, какие-то браслеты, татуировки. Ой, это си... Опа! Тихо-тихо-тихо, вот это какой-то дикий зомби. Какой-то в синий он. Немного... Это немного настораживает. Так, давай. Бум! Четко. Да блин, убей! Вся, убейся! Короче, главное в голову к ним вот так хедшотить. Отшотить нахрен. Так, тихо, перезарядочка. Отлично, бум. Отлично, повалили. Да блин, вот в голову вообще жестко сложно. Голову сложно попадать. А это... Да блин, ты что, пройдешь туда? Не-не-не-не-не. Да блин, давай. А-а-а, он сейчас пройдет. Блин. А-а-а. Жалко. Все-таки этот зомби прошел. Ну, я вас всех обезвредил. Кстати, кстати-ка. Опа. Опа, клево.
О, смотри, какой таракашка бегает у нас по экрану. Прикольненько. Так, хорошо. О, ящики. Нажми ящик, чтобы открыть его. Так, эники-бэники ели вареники, эники-бэники бац. Хорошо. Либо давайте я вам сейчас посчитаю. Так, значит, зеленый, красный, белый, красный, белый, зеленый, зеленый, белый, красный, белый, зеленый. Нет, все-таки хочу открыть белый. Но он более покруче. $21. Окей. В смысле, открыть другой ящик, смотреть видео? Ну ладно, давай попробуем. Все-таки нам, ребятки, надо же узнать, что в других ящиках. Как же мы это не оставим вот так просто? Открываем зеленые. Выпадает нам 28 монеток. Так, окей, я думаю, сейчас следующий. А следующий какой, блин, жалко. В красном нельзя посмотреть, что. Фух. Так, значок плюсик указывает, что вы накопили достаточно баблишка для нового оружия, чтобы купить его сейчас, нажмите на кнопку. Вау, вот это, вот я думал, ну сейчас будет пулеметик, либо УЗИшка какая-нибудь, но никак не думал, что будет жесткий арбалетик. Покупаем, клево. Так, давай-ка возьмем. Выбор оружия, нажмите в первую ячейку, чтобы взять новое оружие, в качестве нового. Ну давай возьмем это, улучшим. Блин, у нас сколько? Урон. Ну смотри, давай-ка попробуем понизить меткость. Все-таки мне, думаю, важна будет меткость. Потому что зомби слишком они. В них сложно попадать. Так, хорошо. Дополнительное оружие. Можем сменить. Окей, бро. Хорошо. Вау. Так, тихо. Вот это охренительно! Тихо-тихо-тихо, вот этого синего сейчас. Тихо. А, бля, это перезарядка. Ё-моё, охрененно. Ё-моё, круто. Я не знаю, из арбалета реально четко стрелять. Но он одну стрелу только выкидывает. Смотри. Твою мать, я промазал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот он пошатывается. Лучше давай вот в этого сейчас. Бум. Смотри, а этого сейчас из пушечки. Постреляем сейчас. Бум-бум-бум-бум-бум. Все. Четенько. Вот этих надо говнарей... Как-то не знаю, с пушки как-то выхреначивать. Давай попробуем. Раз. Давай. Раз. Клёво вообще с одного удара. Вот эти какие-то... В принципе, у них более реальнее попасть. Кстати, а мне кажется, или эти трупы, которые с прошлых, как бы сказать, уровней, они тут остаются. Как бы вот... Давайте вот запомним, что он тут валяется, и он тут, наверное, останется. То есть, да, походу они остаются, реально это круто. Так, давай-ка из арбалетика стрельнем. Так, тихо-тихо-тихо, давай перезаряди, я тебя умоляю, молодца, бро. Четко. Короче, попадание в голову вырубает просто их напрочь. Круто. Отлично. Так, окей, продвижение, следующий район, все делишки. Так, задание выполнено, получи ХП, все дела. Окей. Задачи. Понятненько. Понятненько. Хорошо. Короче, тут, походу, вот 7 районов. И я так понимаю, смотри. Тут. До 7 дойдем. А! Опа! А вот сейчас я могу переключать. Почему-то я не мог переключать, вот так пытался. У меня не получалось. Охренеть, да тут много. Да тут жестконько много просто. Офигеть. Погоди. Значит, что мы проходим? Пригород, ферма, промзона, гольф-клуб, центр города. Вот это центр города, интересно. Трейлерная стоянка. Скоро. Охрененно. То есть и над игрой еще будут работать ребятки, и в том-то и дело. Так, давай-ка еще сыгранем у левел. Это очень круто, что над ней будут работать вот так. Это очень достойно, так как, смотри, игра реально прикольная, игра реально классная. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, давай-ка вот этого вырубим, он как-то странно идет. Убит.
Окей, так, перезарядка. Ну, перезарядку я требую. Я требую. Вот синий опасный, я думаю. Вот, тихо, вот сейчас. Четко выносим просто. Сейчас потихонечку всех вынесем. Вот, бум. Давай еще. Так, вот этого что-то мне выбесил. Вот это. Так, давай-ка. Давай, бум. Тоже давай. Наводим тут шухер. Мухер. Да, короче, ребятки, они остаются, эти зомбари. Вот он с прошлой нашей, как его сказать, с прошлого левела. Так, тихо, тихо. Да давай убейся уже, блин. Вот этот, бугай. Сейчас туда пойдет. Нет, давай. Да блин, убейся. Все, отлично. Да. Все, давай. Нахрен, давай, перезаряди. Тихо. Все, загрузили. Бом, хедшот. Так, в плечо он не идет, короче. Погоди, давай. Твою мать. Ты че, охренел? У меня 4 патрика осталось. Все, давай. Бом. Все, сейчас этому прям, ну вот говорю, в голову всадим. Вот, говорю. Все, всадили в голову, ребят. Лайк с вас, просто подписочка тоже. Так. Красный ящик, давай откроем. Последний, красный ящик, последний. Мы хотели узнать, что в нем. Открываем. 30 монеток. Шедеврально. О, еще 4 бакса. Придали. О, еще 51, да это круто. Красный ящик, короче, он самый зачетный. Все, будем знать. Так что, ребятки, я думаю, на этом мы закончим данную игру. Она очень интересная. В принципе, можно в нее даже вернуться, потому что реально, пострелять в зомби, это никто не говорил, что это плохо. Потому что зомби это классика жанра. И поэтому. На этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся, услышимся. Давай, до скорых встреч. Пока-пока.